Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня у нас на обзоре автомобильный пылесос от компании Heiner, моделька 243-300. Вот такой вот коробке это все поставляется, довольно-таки массивный пылесос идет, ну и в то же время мощный. Номинальная мощность 105 Вт. И давайте рассмотрим комплектацию данного пылесоса. В комплекте, как мы видим, идет чехол. Вот такой вот вид имеет. Также есть липучки на задней стороне и снизу. Они сделаны для того, чтобы можно было надежно закрепить пылесос в багажнике и чтобы он во время движения не болтался по багажнику. Так, ну и комплектация. В комплектации есть гарантийный талон и инструкция, также запасной предохранитель, прикуриватель, турбощетка, насадочка вот такая вот. Далее покажем, как это все работает. Насадка с обычной щеткой. Пластик. Все из пластика, так. Угловая насадочка. Ну и сам пылесос. Вот такой вот массивный вид он имеет. Здесь у нас кнопочка для открытия пылесборника. У нас здесь достается и таким вот образом все вытряхивается. Так, обратно все устанавливается таким вот образом и защелкивается. Как я уже сказал, мощность 105 Вот идет. Здесь идет циклонный фильтр. Длина кабеля подключения в прикуриватель 3 метра. И все подключается в прикуриватель 12 вольт. Ну, давайте подключим. Посмотрим, как он будет работать. Довольно-таки мощный, но и в то же время тихий. То есть большой плюс его в этом. Так, установим насадочку. Вот так это все установим. Ну, вот такой вот вид имеет насадка. При покупке данного пылесоса на него распространяется гарантия. Гарантия составляет 1 год. И более подробные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.